Художники Нина Павловна и Валерий Васильевич Родионовы – удивительный творческий союз, который родился по большой любви, любви друг к другу и, конечно, к творчеству. В Доме художников открылась большая юбилейная выставка супругов. Родионовы хорошо известны не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Их заслуги подтверждают звание народных художников России. Таких высоких титулов удостоены только они. Вы уникальная семья. Это же надо, и дети стали художниками. И внучки тоже рисуют. Это же какой культ в хорошем смысле в семье. Из желающих поздравить юбиляров выстроилась большая очередь. Приехали гости из Москвы. За долгие годы супруги Родионовы были не раз удостоены различных премий. Им неоднократно вручались медали. Но еще одну награду они получили на открытии юбилейной выставки. Творческий тандем у Нины Павловны и Валерия Васильевича сложился еще в студенческие годы. Они оба прошли одинаковую школу реалистического искусства, окончили Московский государственный художественный институт имени Сурикова. Совместное творчество – процесс нелегкий, отмечает Валерий Родионов. Но за долгие годы они уже сработались, и писать картины у Читы получается быстро. Я пишу, люблю писать, а она очень любит рисовать. И мы, скажем, вот пишем одного человека. Я не могу нарисовать его, когда я цвет ловлю. Я успеваю только схватить цветовые отношения, что очень важно. Она в это время 3-4 рисунка успеет сделать. И в холсте, когда мы работаем, мне уже легко, допустим, я тоже и в холсте много работаю, когда соединяю свою живопись и с точным рисунком. И глядишь, уже хлоп и состоялось. На своих полотнах супруги Родионовы стремились запечатлеть все вехи жизни страны – революцию, гражданскую войну, события Второй мировой. Художники отмечают, что если собрать все работы вместе, то получится история страны. Но у каждого из супругов есть и свои любимые темы. Валерий Васильевич предпочитает писать пейзажи, а его жена с удовольствием рисует своих близких. Главное, что боятся потерять супруги с возрастом – тонкость восприятия мира. Мы очень много знаем, очень много накоплено уже какого-то опыта. А тогда была непосредственная судьба. Вот это стараемся сохранить и где-то вот использовать в работе. То есть непосредственность, вот свежесть взгляда – это очень дорого для художника. Художники Родионовы – гордость Ивановского края. За 60-летний путь в искусстве авторами создано много значительных произведений. Их работы, как совместные, так и персональные, находятся более чем в 20 музеях страны, а также за рубежом. Художники продолжают работать и сейчас, радуя окружающих своим творчеством. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.